Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть карту в Майнкрафте от Игоря Че, новую. Но перед этим я вам скажу то, что наконец-то я закончил колледж. Ну как закончил? В пятницу 21-го я защитил наконец диплом, защитил на 4. Это победа, это все такое. И вот, собственно, теперь, так сказать, свобода, можно сказать, какая-никакая. Ну вот, это видео, кстати, записывается как раз-таки 21-го, у вас оно выходит в понедельник, скорее всего, выйдет. И вот, я не знаю, как там пока насчет видео, я говорил уже в сообществе, что 29-го я улетаю в Москву, и оттуда вернусь 7-го, в Москве буду, естественно, снимать видео про поездку эту в Москве. И, собственно, две недели не будет выходить видео, но я думаю, что, возможно, я уличные стримы попровожу там, потому что это несложно. Уличные стримы, я уже один такой проводил там, иду по улице, отвечаю на ваши вопросы и так далее. Так что, в общем, вот так вот. И я смотрю, нехилые такие просмотры, тут предыдущий стрим набрал. И продолжаем. Так вот, сейчас у меня в деревне еще деду нужно в Алтайский край уехать. Какое время. И меня попросили там за хозяйством последить в деревне, пока его нет. Поэтому я, наверное, практически целую неделю буду там. И, собственно, там из-за этого с видео пока тоже будут немножко такие проблемы. Ну и, к сожалению, я не смогу в этом месте провести стрим по модам на кадастре соседа. Но я смогу попроводить уличный стрим. Может, даже, кстати, в деревне надо стрим такой провести. Погулять там в поле, по лесу там, например, не знаю. Я думаю, было бы неплохо. Ну и недавно спецвыпуск по одному моду на кадастре выходил. Так что ничего страшного, мне кажется. Короче говоря, что это у нас за карта? Давайте перейдем уже наконец-то к карте. Карта называется Алекс Вильямс. И вообще она предназначалась для меня и Андрея, с которым мы летсплей, модный летсплей снимали. Да и не только, кстати, модный летсплей. Еще карт несколько мы вместе снимали. Но, к сожалению, по крайней мере, пока что я буду снимать Майнкрафт один. Скорее всего, до тех пор, пока какой-нибудь новый напарник не найдется. К сожалению, Андрей не будет больше участвовать в моих видео. Мы с ним больше не друзья. Этот говнюк предал меня. Я не буду... Короче, он подлым предателем и лжецом оказался. Я не буду говорить, как именно. Если хотите подробности, может, на стриме как-нибудь расскажу. Короче... Карта была сделана на версию 1.7.10, я играю как раз таки на 1.7.10, но написано, можно играть на 1.16, максимум, но максимум рекомендуется до 1.12.2, у меня 1.7.10. Облака выключить просят, а то будут мешать. Так, если нажать на кнопку телепортируются игроки, карта делалась один день. Ну что ж, я надеюсь, что за этот один день хоть что-то достойное было сделано. В этой карте, я так понимаю, есть сюжет. Но ее можно... Вроде как, насколько я помню, максимум до 3 игроков можно. Но можно и одному. Приветствую, что спасибо, что скачали карту. Правило не ломать блоки и не ставить их без разрешения. Черную 6 можно, так как в ней могут быть бонусы. Не читерить только в самых трудных ситуациях. Можно ставить спаунпоинт и включать кип инвентори. Кип инвентори я точно включать буду, и спаунпоинт, я думаю, пригодится. Потому что, к сожалению, на 1.7.10 сохранение от... Простого нажатия на кровать, это еще здесь не работает. Так, ну и, к сожалению, я не буду исключать того, что где-то мне, возможно, потребуется гейммод. Потому что если вдруг какие-то сложности будут, если я где-то затуплю, то постарайтесь не ругаться. Но будем надеяться, что до этого особо не будет доходить. Играть на сложности легкая карта, только она... Прохождение более 3 игроков. Да, вот точно, правильно. Внимание, автор не наделал никакой ошибки. Все было под контролем. Если вы наткнетесь на что-то непонятное, то я придумал это специально после того, как создатель карты ее доделал. Он проходил все и находит... Ну вот, даже
Ошибочка тут есть. Нет буквы L. Находит, есть ли ошибки или нет, относитесь к этому с пониманием. Ну что ж, надеюсь, ты прав, Игорь Че. Привет, я Алекс Фитнес. Ой, господи, какой Алекс Фитнес? Уже Алекс Фитнес, это спортзал, который я хожу, блин. Алекс Уильямс. Мне 27 лет. Я живу в городе и работаю охранником на парковке. Последние несколько недель я начал замечать, что до меня докапывается какой-то псих. Как по мне, он старше меня. Но вчера он гонял за мной с автоматом Калашникова 47. Я немного боялся, а вдруг он меня из-под земли вылезет и меня прикончит. Вернувшись домой, он как-то узнал мой адрес и пришел ко мне туда. Я еще больше стал бояться. Через час я решил купить билет на ближайший авиарейс, чтобы срочно лететь своим родным. Город, в котором они живут, находится по прямой 800 километров от моего дома. Лететь 2 часа. Ранним утром я взял только мобильный телефон, паспорт и 50 долларов. Положил все это по карманам, быстро поехал в аэропорт. Во время вылета 5:33, а время прилета 7:30. Ой, господи, 33, 30 просто. А время прилета 7:30. Я надеюсь, смогу написать заявление в полицию. Этот псих много чего может. У меня есть вопрос. А почему этот человек живет отдельно от родных так далеко? Пусть переезжает к ним туда. Все, поехали. Это мы летим в самолете. Вот проклятие, что случилось? Где я? Я уже прилетел? Я в каком-то месте. Что уж делать? Эй, чувак, я знаю эту деревню. Там в кузнице есть один умный. В кузнице один умный живет. Он наверняка поможет. Иди к нему. А мне уже не поможешь, а и все. Ладно. Пойду к нему, может, не там помогут. А, и все, и он, и что, он умер, что ли, пассажир этот. Как это печально. Ой, блин. А у меня сложность какая стоит? Легкая. Как и требуется. Ай, отвали от меня. Падла, отвали от меня, падла. Еще и зомби твои же наливай. Да твою мать. Отвалите от меня! Еще один! Ясная погода! Твою мать, а! Так, я в самолете появился. А тут двери все закрыты. Как мне выбраться-то? Меня не телепортируют никуда. Так, вот и гейм-мод придется включать. Вот один момент, который автор, видимо, просчитал. Дорогие друзья, я много... Так, спаунпоинт сразу ставим тут. Я много долго тут летал. И, короче, когда... Ну вот, с креатива, когда выбрался из этого самолета, я летал, летал, но это место мне найти не удалось. Пришлось переустанавливать карту. Вот это вот все быстро хватает. К сожалению, тут автор очень... Тут автор просчитался. Уже. Нет, они ничем не лучше. Много монстров, которые мне покоя не дадут совершенно сейчас. Так. Все, стрелы кончились. Так. Подсказка. Лабиринт недалеко от деревни и жителей. Когда вы у лабиринта пройдете до конца прямо, дальше там поверните направо, потом налево. Ну окей, хорошо. Постараемся запомнить. О, картошка. Пригодится, пожалуй. Если тут есть где пожарить ее, конечно.
Пожарить-то есть, а вот топить нечем. Стрелочка показывает сюда. Так, хлебом много нам дают. Это замечательно. Так, диалог один. Привет, я видел 10 минут назад, ты рухнул на самолете. Честно сказать, гроза была сильная очень. Помочь тебе чем-нибудь? Да, вы знаете, меня псих преследовал. Я срочно хотел улететь к родным в город Грейн-Олдбург. И я к вам сейчас попал. И поможете мне добраться до моего назначения, и как вас зовут? Меня Питер звать. Возьми в моем сундуке ключ от большой шахты. Там ты будешь идти очень долго, несколько часов. Там есть старая половина шахты, заброшенная точнее. Но и там есть монстры. Будь сильно осторожен. Возьми еще хлеба и вот. Иди по факелам, найдешь вход в шахту. Удачи. Ну что ж, окей. Давайте, где у нас тут факела? Вон факела. Оторвемся от этого зомби в броне. А то он проблем нам доставить может. Вот, не он ли является психом, который преследует главного героя, кстати? Где факела-то? Ибо вот он как раз-таки меня сейчас и преследует. А вот и шахта. Так, ну замечательно. Так, прямо направо и налево, говоришь, да? Тут какой-то рычаг. Но непонятно, что он открывает. Тупик. О, подождите, какая-то лестница. Это я только что пришел отсюда. Так, подождите. Тут проход какой-то еще есть. Так. Подсказка 2. Сюда надо было. Этот рычаг используется для открытия следующей железной двери. Ну, окей. Ой, 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 нет, 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 блин. Ну хорошо, хоть я тут спаунпоинт поставил, иначе я бы опять застрял в самолете и не смог бы уже дальше продолжить. Вот автор, извини, автор, но ты все-таки просчитался. Уже. Надо поставить где-нибудь там тоже спаунпоинт. Так. Ну-ка, проход. Туда же вроде как надо было. Так. Вот другое дело. Так. Кровать. Спать можно только ночью. Давайте спаунпоинт поставим тут. Короче говоря, давайте прыгать туда. Будем пытаться как-нибудь добраться до туда. Ну-ка. Я не допрыгнул, к сожалению. Так, давайте. Да е-мое! Давайте я броню сниму, и так я, может быть, умирать хотя бы буду быстрее. Паркур не такой уж и легкий тут, блин. Да блин, сложно, 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 сложно. Да блин. Я не люблю, когда такие железки ставят узенькие. Да блин. Это бесит меня. Просто бесит. Да блин.
Да он не допрыгивает вообще до нее. Но один раз, ну один раз же допрыгнул. Значит, это возможно все-таки. Надо попробовать. Keep inventory, слава богу, у меня включен. Да ебать, я уже заколебался это делать, если честно. Просто не допрыгивает вообще. Да что ты? Да ладно, еще один раз. Да что, ну короче, знаешь, что сделаем? Мы бы уже бы это прошли, если бы не это дело долбанное, я не знаю. О! Твою мать. О, плита выпала, кстати. Может, она для... Здесь нету ничего. Здесь ничего нету абсолютно. Зачем надо было мне вообще сюда? Плита, видимо, не выпала мне. А как мне выбраться теперь отсюда, скажите, а? Так, еще раз. А, я же просто сдохнуть могу. А что за той дверью находится? Ну-ка. А вот сюда, видимо, надо. Зачем мне это надо было прыгать вообще туда? Вдобавок я еще и застрял там. Поищи хорошенько, может, под картинами что-то есть. Ну давайте сундук сначала посмотрим. Вот это, кстати, давайте все уберем. Я уже не понимаю, где я. Зря я доверил этому чуваку. Эх, пути назад нет, зато я убежал от этого психа. Он точно меня тут не найдет никогда. Даже здесь могу до конца жизни остаться. Ладно, шучу. Когда уже доберусь-то, а? Сейчас не время для шуток, мил друг. Так, ну возьмем меч обязательно. Вот такую броню. Пару алмазиков для чего-то. Ну, железо возьмем, в всякий случай. Красную пыль тоже возьму. Палки, может, нужны. Не знаю, булыжник. Еду, жратву можно разве что приготовить. Вот есть уголь. Но пока, я не знаю, нужно ли это, пока вообще нет. Есть. Но 5 угля не хватит, чтобы все это приготовить. Так, рычаг. Ну ладно, давайте сделаем рычаг. Вот, пожалуйста. А вот и дверь. Угу, тут у нас куча зомбарей. Вообще, мне кажется, палок бы мне не помешало. Факелов не... В смысле... Ой, факелов я имею в виду. А я не попадаю по ним вообще. А, нет, попадаю. Отойдите, дайте факел поставить. А он вообще не бьет меня. Ой, я точнее не бью по нему. Он не бьется. Так, spawn point, дайте еще раз поставить. Он не бьется! Да он не бьется! Почему он не бьется-то? А, теперь бьется. Какой-то баг произошел. И маленький зомби, который застрял, видимо. Еще один маленький зомби.
Вагонетка, вагонетка, Эши, я сел в вагонетку. Так. Жемчуг Эндера, не знаю, нужен. О, вот стрелы пригодятся. И лук тоже, еще один на всякий случай. Эти выброшу. Картошка вряд ли пригодится. Вот яблоко возьму. Факела пригодятся. Диалог 3. А, слава богу, я жив. О, черт, диалога дальше словно придется идти пешком дальше. Рабочий вход запрещен. А не рабочим. Динамит для чего-то взорвали. Крипер. Твою ж ты мать, а. Только для чего взрыв-то этот был? В инвентаре пусть будет. Стекло. Ну, блоки нельзя ломать, так что нам туда, видимо, не надо. А нет, придется поставить блок, потому что иначе мне не забраться туда никак. Так. Ну, это сделано для того, чтобы я спустился сюда, я так понимаю. Что-то упало там вниз, по-моему. Ага, Алекс, Алекс, теперь ты тут будешь жить. Не думай даже убежать. Ой, глупый ты. Вот дурак, он мой телефон вычислил. Теперь он знает, где я, лишь бы ему на глазу не попасть. Так, там закрыто. Ну ладно. Так, что это у нас такое? А, задание на время всем игрокам. Хотя карту и один проходит. Вы должны за 1 минуту 15 секунд успеть найти в песке, копая его сундук, в котором будет рычаг для открытия двери. Если за это время вы не успеете найти нужный предмет, то польется лава из потолка, вы сгорите. После отпуска рычага время пройдет. Время пойдет. Ага, началось. Так, откуда отсюда польется лава? Тогда я здесь копну ямку, чтобы она... чтобы лава просто на меня не добралась. Теперь то же самое здесь делаем. Это никто не запрещал мне делать. Так что, ну давайте копать, искать сундук. Не очень люблю испытания такие, если честно. Но что сделаешь? Вот и сломалась первая лопата. Ну, блин, не люблю такие испытания, вот вообще, если честно. Еще и песок падает. О, отлично. Видимо, не придется сильно долго искать. Какой-то голос уже другой. Эй, ты на разрушенном мосту, я тебя вижу. Найди стену из обсидиана с железной дверью, я там нахожусь. Не бойся, я тебя знаю. Интересно, кто же это, блин? Так, окей. Что у нас тут?
Дом Лео Адамса. Служебный вход на поверхность. Для открытия двери нужно 4 красных факела. Каждый красный факел на пол. Ага, ясно. Хорошо. У нас есть... Вообще я могу сделать 4 красных факела из палок. Но, мне кажется, это не задумывалось автором игры, поэтому пошлите дальше. Опа, спаунпоинт давайте поставим. О! Куда же дальше-то? Так, туда. Здесь раскрывать, и значит спаунпоинт тут надо ставить. Ого! Еще нагрудник имеется. На всякий случай возьму уголька, вдруг понадобится. Ну и молока, может быть, тоже. Лечебное зелье, зелье регенерации тоже нужно. Диалог 3. Вообще-то 4 уже. Диалог был уже с номером 3 вроде бы. Давайте заменим лук. Затвор огня. Диалог 4, хоть тут и 3 написано. Привет, Алекс, меня зовут Лео. Ты, наверное, по табличке узнал мое имя. Тем более я тебя крикнул, когда ты был на разрушенном мосту. Логично, откуда ты меня знаешь? Я про тебя узнал пару лет назад, когда учился в большом институте. И там тоже учился, но я окончил его 3 года назад. Про тебя мне рассказывали твои друзья оттуда же. Ты настоящий герой, прям боец. У тебя есть... Не надо охранником работать, а полицейским. Надо. Много воришек сейчас. Спасибо большое, Лео, за похвал. Но я бы хотел... Я бы действительно хотел ловить преступников, но боюсь, меня самого прикончить могут. Немало сейчас и их может на копов самих сил напасть. Спецназ SWAT. У нас в городе мало их. Мне достаточно сторожить объекты и проверять пропуска. Может кто-то задержать. Мне этого хватает. Понял. Слушай, а как ты сюда попал? А, меня преследует один псих. Хотел к родным лететь, а он взорвал мне самолет. Слава богу, я жив. Потом пошел в деревню ближайшую. Один кузнец открыл мне путь сюда, в большую шахту, сказал, что я по ней доберусь до города. Осталось мне 400 километров. Так, значит, все ясно. Ты мне даешь эмеральд, и я тебе 4 красных пороха. Из них 4 палок ты делаешь красный факел, затем открываешь там, где ты шел. 4 двери? Эмеральд я сам не могу достать, потому что я наполовину опасаюсь монстра. Выходишь из моего дома, поворачиваешь налево, идешь по темной пещере без факелов. У меня факела есть. Там их не ставили шахтеры, а ведь тут живу уже полгода. Я тут хорошо каждую неделю выхожу, так что ладно, бери из сундука боевые предметы, беги туда, куда я тебе велел. Потом с эмеральда приходи, палки из 2 досок сделаешь. Палочки у меня есть, еще есть. Уже. Налево, говоришь? По темной пещере. Но я что-то я сомневаюсь, что туда. Так, еще раз. Так, ну-ка, еще раз. Куда он там говорил? Выходишь из моего дома, поворачиваешь налево. Идешь по темной пещере без факелов. Но если тут налево идти, здесь нету никакой темной пещеры. Там лава. А, стоп, вот она. Подождите, тут какой-то вход. Здесь все-таки здесь какой-то туннель. Ой! Там крипер! Так, пополним здоровье, а то вдруг, если я нажму на эту плиту, опять монстры выскочат. Это мне коммерчески не вы... О, надо яблоко съесть. Вот, пожалуйста, все, здоровье в норме. Поехали. Не, монстры не появились, но... Тем не менее. Это все? Так недолго, что ли, совсем? Ой, твою ж мать, а!
падла. Сгинь, окаянная. Держи, изумруд. На, за, на, зомбей тебе в подарок. Так, ладно. Ну давайте из двух досок действительно сделаем палочки. И 4 факела сделаем. Ну я действительно на самом деле мог их сам сделать из того, что у меня уже было. Ладно, теперь возвращаемся назад. И поставим их там. Так, где у нас там был этот... где они ставились-то, ё-моё? А, я еще огнеупорный, ё-моё. Только можно я перестану уже гореть? И мне хочется вспомнить, откуда... Ой, крипер. Откуда я вообще пришел и где этот... А, вот, здесь. Здесь, 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 здесь. Эй, Алекс, мы еще увидимся. Мой номер запиши. Записали, собственно. Спасибо, а мне некуда идти. Прыгни на угольную руду, она под тобой. Алмазики, я смотрю, есть там. Андрей был бы доволен. Кстати говоря, эту карту еще в апреле где-то мне прислали. А мы, когда Андрей комп себе прокачал, улучшил... Он у него мощнее, чем у меня стал. У него перестал работать хамачи, но почему-то у нас перестал он работать. И мы перешли на этот, Атернос. Там какое-то время играли, но он, к сожалению, не знает, как заменить карту в Атерносе. Собирался обратиться к каким-то друзьям, которые знают. Но все никак не мог собраться сделать это. Все никак не собрался это сделать. Ну а сейчас, поскольку вот... Он предал меня, ну... Что теперь ждать? Он раньше просил меня подождать, но теперь что? Сам буду проходить. А куда ждать что-то? А лестница? Так, ну спаунпоинт, значит, ставим, растут кровати. О, крипер. Дайте-ка я в него, дайте-ка я стрельну в него. Хорош. Так, куда же дальше-то? Туда? Что у нас тут? О, черная шерсть. Тут могут быть бонусы. О, сколько золотых яблок-то здесь. Острота, откидывание, вроде пригодится, значит. Такой кратковременный меч. На, книжки забирай все. Мне они нафиг не... нужны. Извиняюсь, бывает такое. Так, вот куда же дальше-то? Вряд ли мне надо туда. Но кто знает. Да не, не надо мне кажется, туда.
Здесь запертая дверь. В принципе, я бы мог сделать красный факел, конечно. И... Опа. Понятно, сюда мне, видимо, и не нужно было идти. Это ловушка была. Так, ладно, давайте уберем. Не знаю, пригодится еще или нет. Так, куда надо тогда? Туда? Ой, блин. Да ё-моё, а. Значит, я вот так сделаю, потому что умирать для меня это будет не очень удобно. Ага, умник какой. Давай, я скоро тебя убью. Может, раньше кто-то душ даже вырвет. Так, ну, видимо, тут еще спаунпоинт просит поставить. Я же умирать тут долго буду. Я буду долго здесь умирать. Ой. А, сюда надо. Ты ё-моё. Да. Надоедает, если честно, очень. Да еб... О! Да ё-моё. Толкается. Фигня тут. А, тут лестница была? Ну и нафига я шел... А тут тоже закрыто. Я же мог тут просто подняться, блин. Там что? Там еще проход какой-то есть. В воду. Мне точно ли надо воду в эту? Что-то я не уверен. Так, давайте вернемся пока туда. Посмотрим, что здесь. Ну, никаких указателей нету здесь, так что я не думаю, что мне надо туда. Так, ну давайте. Там ничего нету случайно? Нет, нету. А, я же сдохну тут, я отсюда не выберусь. А рычаг мне где достать до туда? Для той двери. Может быть, в воде и надо его достать? Ну, давайте. Стоп! Мы здесь уже были. Нифига не надо было мне туда, блин.
Ну ладно, вернемся. Факел, наверное, поставлю. Я не знаю, где рычаг этот взять. Блин, ну я сейчас опять буду прыгать тут долго. Поставлю красный факел сюда. А, тут, подождите, эту дверь что-то должно было открывать. Вот только что я что-то не понимаю. Ну-ка, слушайте, я хочу посмотреть, что это открывает. Не то чтобы я как-то ухлевать собираюсь, но просто интересно, куда эта красная пыль вообще ведет. Для меня не ясно, как эта дверь должна была открываться. А, кнопка здесь. Тут кнопка, ё-моё. Подождите, а как я за эту решетку попасть должен был бы, должен был? Значит, нужно было все-таки попасть в эту пещеру. Ну, это на время, что ли? Я должен пропрыгивать туда и успеть до двери дойти, что ли? А это возможно было бы вообще? Лечебное зелье. А, ну ладно, а, я тут факел же поставил. Ну, я не знаю, это, видимо, на скорость надо было делать. Извиняюсь, как бы, что так вышло. Так, спаунпоинт, ну-ка. Так, три двери, куда мне надо? Давайте влево пойдем попробуем сначала. А как я выбраться теперь должен отсюда? Ну что ж, придется еще красный факел делать. Я в ловушке. Отсюда не выбраться никак. Давайте сюда. Нужно найти каменную кнопку, чтобы активировать этот блок. Давайте попробуем. Найди рычаг там. Рецепт палок. Рецепт рычага. Палка булыжник. О! Вот это то, что надо. Это прям то, что нужно. Полная броня.
Это для того, чтобы мешать мне, да? Дайте мне выбраться хотя бы отсюда, ё-моё. Выпустите меня отсюда хотя бы, а? Еще доска. Рычаг просит меня сделать. Вас слишком много. Дайте пос... Отвалите, а! Вас много сильно! Давайте пошли отсюда быстрее. Я хотел стену заткнуть сначала, но ладно, уже не надо. Глупым ты станешь очень скоро, так... Лео 2. Да, Алекс, это я, Лео. Тебе надо будет снова прийти туда, где лава с разноцветными блоками. Где ты только что прошел, проходи дверь, которая перед тобой ведет дальше. Тут все кругами идет, не паникуй. Там тебе надо было, но сейчас надо будет посмотреть на потолок и упасть под желтый цвет лаву. Там есть секрет, ключ к зеленому блоку. Как ты попадешь туда, ты сразу перестанешь гореть. Ладно. Это, похоже, это больше не понадобится. Подождите, а почему здесь закрылась стена? И как мне пробраться туда, извините? А нахрена надо было закрывать стену, если мне надо возвращаться сюда было? Странно все это. Но я не собираюсь проблемы эту решать. Если что, автор, скажи мне, что я должен был дальше тут сделать. Так, прыгаем под этот блок. О, зелье огнестойкости. Возьмем штуки 3, наверное. А, у меня и так огнестойкость есть. Подождите. А, вот кнопка еще. И от психа, я что-то забыл подглядеть. Так и ты посмел оказаться, не оказаться глупым. Теперь ты активируешь тот зеленый блок, который ты видел. Ладно, вот тебе зелье огнестойкости, чтобы ты не сгорел, черт с тобой. Но мне кажется, это ловушка очередная сейчас от него будет. Подстава очередная. Великолепно. Все, что ли? Спасибо за прохождение этой карты. Будет к ней еще вторая часть. Может даже несколько. В мае-июне ждите карту. Лаборатория Чубыкина 2. Не знаю, вышло или нет. А может он даже писал, не помню. Уже что-то не помню. Она будет разделена на три части. Желаю удачи. Подпишитесь на мой канал на YouTube и Рутубе. Также приму заявку друзья ВК. Хорошо. Теперь по традиции взрываем карту.
Видимо, должно быть. Тут явно должно быть продолжение о том, как главный герой добирается все-таки до своих родных. Тут до родных-то мы все так и не добрались. Ну, давайте первым делом вот это дело взорвем. Все, от этого места и следа не осталось. А теперь взрываем это дело. Тут поблизости где-то еще, наверное, есть места, по которым мы шли. А вот начало шахты вроде как. Давайте разгромим это место. И это тоже. Это место тоже все нафиг взорвем. Ах да, и вот это тоже. Так, воткнем динамиты в стены и взорвем их. И проход тоже этот бомбанем. Не будем, наверное, взрывать того знакомого, который нам помогал. Он нам ничего плохого не сделал. А вот остатки самолета мы, пожалуй, бомбанем. Что здесь? Этот сундук проверяли уже, да? Ну что ж. Не знаю я, где тут самолет и где начало карты, но, впрочем, не так важно. Мы карту прошли, так что всем спасибо за просмотр. С вас и Господ-Песоза, с меня эпичные видосы, когда будет на них время. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.